Нет, она вода. Вся стоит. Там на стеклянке дальше не смогу достать. Вот она везде по периметру. Вот все стекает вот там, здесь. Подобную картину можно наблюдать в каждой квартире. Пословица «не было заботы, так подай» как никогда подходит жителям дома 10 деревни Зубцова. О том, что их дом попал в список областного фонда капитального ремонта многоквартирных домов, жильцы и знать не знали. Более того, кровлю на их доме полностью поменяли 3 года назад, рассказывают жители. И вот, ближе к периоду дождей, подрядная организация «Мособлстрой» приступила к работе. Они делали фасад этого дома. Я так поняла, что эти компании меняются постоянно, то одни, то другие. Друг другу сдают вот этот утеплитель, который здесь вот у нас на улице лежит. Никто его не охраняет, никому он не нужен. Рубероид. То же самое на крыше рубероид лежит, но никто ничего не делает. Крышу раскрыли полностью до плит, и все это потекло. Представитель «Мособлстрой» рассказывает, работы по замене кровли начались еще в августе, но дальше дело застопорилось. Крыша оказалась сложной, вскрыли кусок, и не было долго решения, как выполнять работы. Там разрушенная стяжка оказалась под кровельным пирогом. Ну и ждали решения. Решение только вот было принято на прошлой неделе. А бригада, которая здесь работала, в нарушение всех норм, просто взяла и сняла весь кровельный ковер. Накрыла полиэтиленовой пленкой. А пленка полиэтиленовая, естественно, не держит, все протекает. Затопили весь дом практически. Ужасно, да. То есть надо будет ремонт во всех квартирах производить за наш счет. Начавшийся дождь залил полностью 2 этажа. Намокла вся проводка. Дом пришлось обесточить. Жители уже несколько дней сидят в своих мокрых квартирах без света и электричества. И когда кончится их мучение, неизвестно. Пока еще не просохла проводка, не просохли канавки, в которых заложены кабеля, я не имею права до сих пор подать им электроэнергию. Подрядчики обещают, что при благоприятных погодных условиях работы по замене кровли продлятся еще 2 недели. Но жители интересуют, что им делать именно сегодня. Сейчас бригада рабочих на крыше не работает. Дождь потихонечку моросит, и квартиры продолжают мокнуть. Когда все это будет высушено, чем все это будет высушено, неизвестно. И все это протянется, может быть, даже если начнутся холода, морозы, то все это будет заморожено, и все это у нас дом просто поплывет. И даже ту облицовку, которую они делали, не факт, что она вся не развалится. Ирина Самойлова, Евгений Половинкин, «День города».